Чего? Донат? 500 рублей? А, ему типа задонатить, что ли, можно теперь? Пожертвовать на развитие? А как это вообще развивается-то? Чё? Ёбаный свет. Господи. Мне как-то неловко, блядь, все это смотреть теперь. Когда 5000 зрителей, когда еще Генсуха, возможно, подглядывает. Мне прям как-то, не знаю, не по себе. Ёбаный свет. Я кавказец, и я не буду этого делать. Блин, вот волакас. А чё делать? А чё это было? Ебать, красивый. Зрители Вилона ко мне на стрим, когда в чат заходит. Надо я, блядь. Не бей, не бей. Ты дурак, да? Не, я кошмар. Ты называешь меня сука? А ну-ка, ну-ка, я не расслышала. Как? Ты называешь меня стерва, а ты не первый. Блядь, Генсуха, что ли? Спроси у бывшего. Твой папа богаче Эль Пачо, звание не злечо, а я на Версаче, и я богач, и я богач. Кто-нибудь подскажет, можно уже там картошечки отжарить, отварить с курочкой, или все так же продолжаем гречку есть с консервами, а? Почему так больно? Сделай же контрольный, стану птицей воленой, перестань довольной. Насколько ты зависима от Пейтона Чейга? Загибай палец. Че, кто? Насколько ты зависима от Пейтона Чейга? Кто? Пейтон Гей? Пейтон Чей? Питон? Ничего не понимаю. Загибай палец, если подписано на Пейтона. Лайкай. Кто? Или видео Пейтона. Не любишь, когда он проводит свободное время с американцами? А, это тиктокер? Тиктокер Пейтон. Ему лет 16. Вау. Чего у него с волосами? Это очень странно. И бля какая. Я имела бы вас прямо здесь, на столе, пока вы дважды не попросите пощады. По-любому училка. Я в жизни не просил пощады. Дважды. Старших нужно уважать, старших нужно слушаться, старшие это наше самое святое. Иди нахуй. Я не умру сегодня, может и не завтра, это ли судьба, я этого не знаю. Я на жопу смотрит, блять. Ля-ля-ля-ля. Ты не завтра, это ли судьба, я этого не знаю. Опа, оп, ага. 12 часов ночи, где ты была? Мы с Нинкой. Ходили. Почему так стыдно? Потому что это кринж ТикТока. Так и должно быть. Дать. Что вы делали? Антон, я ходила гадать. Я гадала на суженого. Что?
Подожди, то есть мы с тобой живем уже давно вместе, а ты гадаешь на суженого, да? Антон, ты не путай, живем-живем, но кто мой суженый, мне знать интересно. Показушник, ну-ка тише будь. Пацаны шутить не будут, всю ебучку расшибут. И мы не оттуда, где одни понты. Мы оттуда, где за своих дают пизды. Я верю в правду. Ловим кайфы, кайфуем. Вот мои кайфули. Ебать ему кайфово. Он типа так специально скривился или типа он больной какой-то? Для тебя я Бакей. Кис-кис-кис-кис, мяу-мяу. От тебя офигеваю, вау. Инвалид. Я не только я так подумал по поводу того, что это кейк был. Ты из кожи вон лезешь, чтоб задеть меня. А мне плевать. Весело, да? Это я Вилону отвечаю. Сори. Война начнется, все к мусорам побежит. Black, I'm a blessed. Black, выпускайте кракена. Ебать, кракена. Нахуй. Кракен упал. Я мог бы быть таким. Ну это тоже как-то не очень, блядь, нормально. То есть, типа... Как будто это круто быть таким. То есть здесь что-то еще хуже, что ли? Ахахаха. А, это же понял. Мои фотографии. Какой же я красавчик, кек. А вот и я! Не ждали! Я снова вернулся к вам! И моя судьба... А может, Майн уже... Да, я согласен. Чуть-чуть осталось. Зачем вам 5 пальцев? Первый, чтобы мириться. Второй, чтобы жениться. Третий, так сильно надо драться. Четвертую дорогу показывать. А пятый, поставить лайк этому. А чё с камерой? Они в бане сидят или что? О, ебать! Господи. Я думал, писюном тыкает в камеру. А он что, умирает, что ли? Да это палец был. А чё это? Ё-моё. Диана Райс? Или мне показалось? Тихо, тихо, нахуй. Ещё раз. Бля, хорошо, что вы это не видите. Ёбаный рот. Пиздец. Как они на бабку это натянули. Боже. Боже. Я видел. Ебать, как я люблю жизнь. А жизнь любит ебать меня. Перестань меня удержать. Мяу. Путай, мальчик, путай, отойди подальше. Почему ты плачешь, если сам базар ты начал? Тупая ситуация на сегодняшнем стриме. С детства встретить принца, стать его принцессой. Все изменилось, с толстым дядей на мэр. Когда сказал, что хочет развестись со мной. В смысле осуждаю, чё? Ужас. Только не раздевайся, пожалуйста. Почему так сложно? Я не понимаю, что это означает. Она будет готовить как мама, а она, оказывается, бухает как папа. Раз, два, три. Раз, я тебя целую,
два, не найти такую три. Подойди поближе, ниже, 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 ниже. Раз, я тебя целую, два, не найти такую три. Подойди поближе, ниже, ниже. Во-во-во, ты уже переходит все границы, блин. Ты губки бантиком для мальчиков, а я твоих мальчиков. Какой-то кот ободранный. Что с ним? Ты губки бантиком для мальчиков, а я твоих мальчиков бантиком. Ты жалко кота на самом деле. Глупая, глупая, но моя, моя. И тебе со мной не нужен роверспорт. О, её-то я и ждал. Часто гости в этих выпусках. Шашлычки, да? Ага. А, понял. Как я вообще-то в голову пришло, а? Когда родители хотели девочку. За 105-й двор, стреляю в упор. За шпану иду, стреляю в упор. А на этот двор. Если я хочу мгновенно, значит получу сейчас. Мягко, ты меня отменя. На. Будем на... Блять. Девочки, а вы что хотите от парней? Денег! Я хочу пиццы. Ага. А большинство пишут, не, зато честно. Ну, ну да. Денег, значит, да? Понятно. Секс и деньги. Ну, обидно. Ты же девочка война. Потом я тебя поймал. Че? Ты же девочка война. Ты же девочка война. Господи. Это, знаете, когда ты сидишь один дома, и тебе вдруг начинает казаться, что ты хорошо поешь. Но со стороны это выглядит вот, вот примерно вот так вот, как вот сейчас мы это и видим. И ты еще потом такой на диктофон это записываешь, чтобы переслушать, а потом слушаешь такой и охуенно расстраиваешься, потому что оказывается, почему-то это не так, почему-то это все-таки звучит херово. Как патрон, покажи, на что способна овладеть этим битом. Двигай, двигаешь бедром, этим тактом. Почему у них у всех квартиры одинаковые? Унисон, я тобой наслаждаюсь. Давай, снимаю. Раз. Все уже. А что это такое? Во, порвал. Порвал. Ёптвою мать. Нани? На минутку, я вешу сотку. Нахуя себе. Но качаюсь на детской качели. И ща упадет. Хочу себе отношения такие же прочные, как эта качеля. Может, этой ночью мы станем еще ближе. Чё это такое? Возьму тебя за руку, ведь ты моя подруга. Номер его в блог. Ведь он бесконечно, что ли, это видео длится, я не понимаю. Он явно не тот, кто был богом дан, а в душе зим... Дорогой, почему мы никуда не сходим? В театр, например, там, на какое-то мероприятие? Чего мы на мусорке постоянно тусуемся? Малая, ты что, ебанулась головой? Коронавирус ходит. Какие нахуй рестораны, какие театры? Вот заебись, мистяк. Чем тебе не нравится? Нет, дорогой, мне не нравится. Я хочу в ресторан. Надоело страшное лицо? Пиздец, я вот только сейчас сижу и прыщ тут расчесываю, сука. Моча. А, моча? Че, ебанутая, что ли? Диск макаем, протираем лицо, оставляем на 15 минут, потом смываем, и отличное. А вдруг правда? А ведь кто-то, сука, попробует. У нас в России много людей, которые доверяют всякой ерунде. Тот же Кашпировский, например.